София, куда мы идем? В школу. А по-русски? Школа. В школу. Я вам в прошлом году показывал. Она сейчас переехала в новую школу, потому что она уже большая девочка. Она пошла в среднюю школу, ну, то есть шестой класс, шестого по... When is high school starts? What grade? С шестого по девятый, а потом уже high school с девятого по двенадцатый, по одиннадцатый. Что такое? Короче, идем пока посмотрим на среднюю школу в Америке. Наверное, какой-то бомжатник без унитазов, как в России. Не, в России лучше, в России лучше. Там у них нет теплых туалетов там в школах, а здесь, значит, вообще ничего нету. Потому что ну, должно уж быть хуже. София, эй, why you walking on grass? По траве ходит. У нас в армии, если бы увидели кого-то, по траве ходит. Вон написано 6-8 вход. А то это high school. Оно тут совмещенное какое-то. Видел на мара. Мы сюда идем. Чем мы сюда идем? А я хрен его знаю, чем мы сюда идем. Короче, ей надо тут музыкальный класс у них. А у них, чтобы ты начал класс музыки, вот помните, как у вас Марья Ивановна там песня под баян пела, ну или под пианино, если вам повезло. Так вот тут они идут выбирать музыкальные инструменты. Канал у нас гитарная история, поэтому мы посмотрим, будем выбирать. Она еще, она на пианино играет, но здесь пианино нету в средней школе. Поэтому надо выбирать из того, что дадут. Все закрыто, короче. Инструмент choice. Выбор инструмента. О, это какие-то супер выпускники. И малая такая. Пошли. Я не знаю, куда мы идем. Куда-то мы идем. Counseling Business Services. Health Room. Business Services. Комната здоровья. Да, она знает, куда идет. Я не знаю, куда она идет. Это что такое? Это дичь какая-то. А, это. Эта школа, она тут с повышенным научным. То есть она называется Science Canyon. То есть каньон наук. И они здесь больше в это. София, ты меня ждать будешь, не? Боится. Сейчас мы что-то найдем. Куда идти? Сейчас я вам спрошу. А, у них этот Тор. Короче, этим маскотом является. А школа называется типа Тандер какой-то. Шкафчики с замочками. Замочки, я так понял, выдают всем. Ага. Why? Who said I can't record? She's like, stop recording. So, Kyle, if Tyler gets here, ready? Alright. Hello, I'll be with you in just one moment. Go ahead. Okay. Короче, тут духовые инструменты в средней школе только. О, София, да. It has notes like in a piano. The saxophone? That's complicated. Use this thing. That's like a piano notes. Oh, that big drum. Я бы себе большой барабан выбрал. Или вот эти два. А книжки выдают. Со всеми причем дал. А за инструмент, по-моему, в аренду там что-то надо платить. Но немного тоже. Слышь, так она если вот это... На вот этом играть будет? See, that one has the notes, same as a piano, so you can kind of, instead of pressing it, у меня на пианино играет, поэтому она может на этом.
Или он на этом, на гонге, блин. I don't, I want you to, you're gonna be better at this instead of tuba stuff. It's com- it's like learning completely different. Короче, она уже не хочет. Я такой, что она же как на пианино. Ну еще контрабасы, скрипки и так далее. Но это уже, по-моему, уже захвачено. Oh. Чуваку дают такая вот типа это вот такое, это такое, сам можешь выбрать. Я. А не Мария Ивановна у нас пианино, да? Или с баяном. See, you can go to Elitch Gardens. Oh, there it is. See, this is how you can carry it. I don't have like a backpack thing. No, you. Yeah, well, I'm pretty sure they have some. Типа для них носить, как она носить эту дичь будет? Она, наверное, ее домой носить не будет. That one is on, not in tune. Go that one. Play some of Yes. Yeah, I'm in the kindergarten. Oh, nice. That's so cool. Well, this is a great school, too. You're going to love it here. Okay, so for the flute, all you have to do is pretend you're, like, kind of blowing out a birthday candle. Like, can you practice that for me? Now, can you say the letter M? Like, mm-hmm. Mm-hmm. Now, feel your lips when you do that. Mm-hmm. Yeah, so you kind of want your lips to stay the same. Then you're going to blow that birthday candle out, air out of the center of your lips like this. Mm-hmm. You want the edge of your lip to line up with the edge of that tone holder. Yep, now faster air. Okay, you don't have to get that one out either. Put your hand back over the end and see if you can get that low sound again. Yeah. Yeah, so right there. Right like that. Okay. Yeah. Yeah, not too bad. So what you work on at the beginning of, like, flute land stuff. Yeah, there it is. All about the end. So, yeah, nice. Now,
when we put that on the full. Sounds like a train whistle. It does, yeah, it is like a train whistle. So, you might not get sound out of the full flute, because we teach students to work on just the head joint first, and then we do the rest of the flute, but you can go ahead and try it. We'll see if anything happens. All right, so make sure you're directly over that hole. Yeah, close. Yep, so do you see how your air is flowing right here? You want your air to go directly over that hole. Yeah. So scoop your face this way. There you go. Yep, can I adjust it for you? All right, so keep your, say, Now try it. Woo! There it is. That's awesome. Yes, nice job. So I would definitely recommend you go now, open up the gopher face like that. And I'm going to put this in your mouth just like that. Nice. Put your top teeth on the plastic. Wrap your lips around it. Now take a nice deep breath and blow, but don't puff out your cheeks. Yeah. Yes! Yeah, do it again. Yeah, nice. So that's exactly what we want on the clarinet. Percussion does have the same notes, but it's hard to identify them, kind of. Like, because I don't know where middle C is. Не хочет она, короче, по той штуке барабанить. Будет в дудку какую-нибудь. Это их, это, музыкальная школа. Они тут, почему, видите, стулья везде развиваются. Потому что они могут здесь, это, практиковаться, как в оркестре. Тут у них он, La Scala Hand Signs. All right, so first I'm going to have you make sound kind of like the clarinet, so that gopher face, like that, open it up, nice, wrap your lips around it, yep, yeah, there you go. Can you put a little less mouthpiece in your mouth? Can I scoot it out like that? Yeah. You put a little bit more pressure, like bite down just a little bit more, but make sure your bottom lip's covered up. There it is. Try again. One more time. Nice and long. Whoa. Okay, nice. Yeah. What did you pick again? I forget what it's called. Flute. Flute. You forget. Что такое флют? Что такое флут по-русски, Марина? Сасквач. I'm not spying, I'm recording your school. Просто сегодня. Марина с ней ходила. When did you go with mommy? Here. When did you come here with mommy? To open house? Yeah. Yesterday. А, вчера она сюда шла. Они тут все обходили, типа показывали. А я не пошел. Почему? Потому что я что-то делал. Поэтому сегодня мы только пришли на это. Did you see the gym? Did you see the gym yesterday? No. No? So how did you come here for the open house? What did you see yesterday at the open house? I was just meeting all the teachers, and I didn't sign up for PE, I don't think. I don't know if they do have PE, but I didn't. Oh, there's the gym, right? Let's go look at it. I'm not sure. I might have signed up for PE, but not for the second semester. Oh. Ну, тут спортзал побольше будет. Тут прям это полный корт.
Это средняя школа, то есть шестой класс. You should see the gym they have at Pine Creek. It's bigger than my whole school in elementary. Нет, тут это он. Track and field есть команда. И на футбольная есть команда. Oh, thank you, sir. Yep. Потому что со шлемами чуваки что-то идут. Ну, вот такое. Такая музыкальная школа. Ну, то есть музыкальный класс в школе. Это не музыкальная школа, это просто вот как у нас. Я помню, было у нас была там Марья Ивановна, говоря. Даже не на пианино, а на баяне она была. Пела там что-то. Я уже не помню, что. Как ты музыке учишься, когда Марья Ивановна какие-то песни цыганские учит тебя с баяном? А через 3 года она сможет уже выбирать серьезные инструменты, и там будет серьезная подготовка именно чуть ли не как к профессиональному. То есть, да, если пианино, то знаешь, пианино на серьезном уровне, если гитара, то это будет гитара-гитара. То есть, ну, в хай-скул, да. Вот такое. В туалет мы не зашли. Я все еще думаю, может, у них нету там туалета внутри, может, в натуре где-то снаружи. Хотя, это не точно. Следующий день.